Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мустафа, Булат, Курбан, Алик, Кетак, Тамерлан, Зульфия, Алан, Тагир, Зелимхан и Ибрагим, Рамазан, Назир, Саид, Исмаил, Умар, Халид. Это только сестры-братья. Сейчас буду продолжать я. Мой племянник Магомед, тетя Фая, дядя Ахмед, также мама Фатима, всех позвал на свете я. На турнир 3 дня в Москве, тот, что будет по борьбе. Вот скажи мне, теперь уже русский, когда там чё? 3 ноября волейбольная арена «Динамо». Знаете, в 8 вечера смотри в прямой эфире только на «Олимпиад». Спасибо, брат.